12 номер, прошу прощения, Юрий Муселян был, на нем правил на руфле. И вот он, лидер Камбули, его дает. Такой, как наставник в этой команде молодых игроков, выступает, как правило, также под номером 13. Ульга. На Симонова, Алексей, дистанции, не попадает, идет, защита работает неплохо. У Пушкина, Ульга, Ирка и защитник Кинец. Пушкина, но Мотунет все-таки игроки, которые могут отрывы сокращать. Очень здорово. Второй мажет. Симонов. Вновь в проходе. Очень здорово. Смотрите, как Сергей матч начинает. Ряд попаданий без промахов у него. Ульга на проход под кольцо, на сей раз от Колюшева, и еще один фол. В раннем нападении пока Пушкина смотрится очень здорово. Их большой. Калаф в опасности Паненко. В первой четверти 9 на его счету, 3 из 5 с игры и 3 из 3 штрафные. Хорош Сергей, заканчивает у нас его штрафными первой четверти. У нас его штрафными первой четверть, 16-10, Пушкина впереди. Данил Цляднев. Наплёв. 21-10, счет на табло. Скидку отдает неплохую, но здесь 10 номер ошибается. Свободный на кольцо Тляднев выходил. Побоялся почему-то. Он неуверенный, бросок вышел. Но паузу грамотно Федор выдержал и реализовал этот проход. На паркете появляется в составе 27 номер. Доктор нужен. Первой половины пока совсем не летят броски у Мотуны. 14 очков за половину. Это, конечно, сильно. Кого у нас потерять? Мужчина второй попадает. Thank you.
в этом матче у Нигела не был совсем. Болюс в атаке в этом матче у Нигела не был совсем. Болюс хорошо его здесь встретили. По проценту с игры можно минус против такой Бондарев, первый штраф не попадает, Мишей. Два броска. Плохо там болел, если не упускает эту игру. Нет. Плохо там болел, если не упускает эту игру. Нет. 30 секунд у нас до конца. Плюс 6, плюс 7. Да, на самом деле, да, хорошо, я не справляюсь. Спасибо. Я